Вторник, 3 апреля 1979 года был для Свердловска днем обычным. Уральский город прожил его в рабочем ритме. Утром на смену, вечером со смены. Никто не знал, что 3 апреля 1979 года останется в истории города как начало большой беды. Неожиданно в одной из больниц скончались два молодых человека. Перед смертью они жаловались на головную боль, высокую температуру и сухой кашель. На следующий день всех больных с подобными симптомами свозят в больницу номер 24. Похоже на пневмонию, говорят медики. Весна, авитаминоз и простудные заболевания привычно добирают статистики. Но то, что происходит дальше, необъяснимо. Ночь с 4 на 5 апреля. Врач приемного отделения Роза Газиева заступает на дежурство. Ночные часы она в больнице единственный квалифицированный медик. Неожиданно ближе к полуночи свезенные в больницу пациенты начинают умирать. В считанные часы. Не помогает ни один из прописанных препаратов, ни одна из экстренных процедур. Роза Газиева несколько раз бегает в кабинет, чтобы позвонить по телефону и рассказать о том ужасе, который творится в больнице, но все телефоны молчат. Ну так до утра я похоронила 4 больных. 4 больные у меня погибли. Ну утром, конечно, я пошла сдавать дежурство главному врачу с таким тяжелым сердцем. Меня, наверное, уволят сейчас. Странно. Но главврач выслушал сводку о смертях совершенно спокойно, не сказав ни слова в упрек. Выйдя из кабинета, Роза Газиева услышала шепот коллег. Те говорят о какой-то опасной инфекции, которая свалилась на город. К вечеру уже весь Свердловск знал о том, что в городе поселилась смерть. Пятого апреля медицинское начальство Свердловска принимает решение. Больница номер 24 мала, а тех, кто жалуется на подобные симптомы, много. Поэтому пациентов начинают свозить в больницу более вместительную, номер 40. А смертельный конвейер все набирает и набирает ход. Все это выглядит жутким контрастом на фоне событий, которыми живет страна в 79 году. Войны в Афганистане еще нет, советская экономика на пике. В страну потоком хлынули нефтедоллары, на полках магазинов начал появляться престижный западный ширпотреб. Народ и политическая элита живут в ожидании Олимпиады. Это редкий миг благополучия и политического спокойствия, который затем будет ассоциироваться с понятием социалистического комфорта. Правда, все заметнее сдает генсек, но и это не кажется слишком большой проблемой. Не случайно в 1979 году на экранах появится беспрецедентное количество комедий, фильмов, которые войдут в золотой фонд советского кино. И вдруг страшное ЧП в Свердловске. Такой череды необъяснимых смертей в СССР не было никогда. Из смертельно опасных эпидемий вспоминалось лишь несколько громких случаев холеры в 70-м на юге страны. Но ту вспышку удалось быстро задавить. Сейчас же врачи столкнулись с инфекцией. Причину возникновения и воздействия, которые они объяснить, как ни старались, не могли. Вот по сестре судить она не мучилась. Ей стало плохо сразу, тошнило ее. И через 2 часа она уже умерла. Наверное, под самое это облако попало или что-то. Ну, они ведь долго не лежали, умирали быстро, очень. День-два и все, готово. Первое вспоминается то, что быстрые смерти соседей. Резкие. То есть, если люди уходили утром на работу, то вечером они уже могли просто не вернуться с работы или вернуться очень больными, что через день, два, три люди умирали. Умирали очень много. Паники не было. Была растерянность и давящее ощущение страха. Люди пытались искать ответ на вопрос, что же произошло. Многие бросались к радиоприемникам, телевизорам, но средства массовой информации не говорили о таинственной эпидемии ничего. Неизвестность усугубляла все возрастающую тревогу. А люди восприняли это как безысходность. Куда пойдешь? Это уже случилось. Это уже случилось. Куда пойдешь? Но все в руках Божьих, все. В те дни не только в Свердловске. Во всей стране никто не знал, что же происходит в городе, который называют Уральской кузней. Неведение подталкивает людей к действиям. Кто-то из свердловчан, чтобы не подхватить неизвестную заразу, принимается плотно затыкать в квартире окна.
Кто-то сооружает примитивные защитные маски, особенно оберегая детей. Однако через неделю после начала эпидемии медики с уверенностью говорят, детей и стариков смертельная напасть странным образом минует. Женщин поражает сравнительно редко. А главной своей целью она сделала мужчин, и мужчин цветущего возраста. Да, ну, конечно, это сразу как-то бросилось всем в глаза, потому что молодых мужчин-то, еще каких, красавцев, здоровых, крепких, мускулистых таких, ой, я вспоминаю, какие мужчины там погибали, это вообще... Вот к нам, в моем дежурстве поступали молодые люди, вот где-то в пределах 30, я вот помню только вот молодых. Через несколько дней становится очевидным, что таинственная эпидемия свирепствует только в одном из районов города, который называется Вторчермет. Все умершие либо работали, либо жили именно здесь. И еще одно бросается в глаза. В тесном соседстве с этим районом находится один из самых закрытых объектов – военный городок Свердловск-19. По сути, городок – осовремененный тип сталинской шарашки. Здесь живут и работают военные микробиологи. Всех проживающих за глухим бетонным забором можно назвать заключенными. Но они на свое положение не жалуются. На территории военного городка создан рай по-советски. Здесь на витринах магазинов лежит дефицитная колбаса, еще более дефицитная икра. Правда, чтобы выйти за забор в сам Свердловск, здешнему человеку необходимо задолго писать заявление и получить на нем визу. Не правда ли? Похоже на пересечение границы. В Свердловске еще до череды таинственных смертей носились слухи о том, что за бетонным забором городка военные микробиологи выращивают в колбах и пробирках смерть. Говоря проще, создают биооружие. Эта история началась несколькими десятилетиями раньше, 20-е годы прошлого века. В обществе вспыхивает бурный спор. Возможно ли применение принципиально нового оружия, биологического? Ведь уничтожать противника благодаря прогрессу науки теперь можно не только из пушек и пулеметов, но и заражая смертельными болезнями. Европа хорошо помнит опустошительные эпидемии чумы, тифа, холеры. Только что по миру пронеслась губительная испанка, отнявшая более 50 миллионов жизней. Свою вязанку хвороста подкидывает в жаркий костер споров и кинематограф. Вот кадры отечественного фильма «Мисс Мент», 1926 год. Сюжет таков. Враги советской власти задумывают уничтожить СССР, рассеяв в воздухе бактерии молниеносной чумы. Фильм собирает рекордное количество зрителей, злободневная тема обеспечивает кассовые сборы. Правда, большинство ученых в будущее бактериологического оружия не верят. Датчанин Матсон, возглавляющий комитет по здравоохранению Лиги наций, заявляет. Бактериологическая война невозможна. Это палка о двух концах. Вредоносные бактерии с той же силой ударят по тем, кто их применил. Однако работа над биооружием уже ведется в тайных лабораториях с соблюдением высшего разряда секретности. Начинается такая работа и в СССР. Москва, лесопарк в Кузьминках. Шумят и бегают по дорожкам дети, доверчивые белки спускаются с деревьев, чтобы угоститься лакомством из рук посетителей. По пруду плавают утки. Какое отношение имеет эта идиллия к загадочной эпидемии в Свердловске, к биооружию? Самое прямое. Летом 1926 года здесь, на территории Кузьминского лесопарка, были проведены первые в СССР полевые испытания биологического оружия. И оружие это было – сибирская язва. Вот отчет об испытаниях, проведенных в 1927 году. К броневой яме сооружена спецпристройка. В ней яма глубиной 2 метра. Произведен подрыв картонной бомбы с 10 ампулами спор сибирской язвы. Для двух коз время эксперимента 2 минуты, для двух других 4. Подопытные сдохли через 48 часов. По окончании животные свалены в яму, сверху залито формалином, затем завалены хлорной известью. Есть серьезные наметки в отношении использования данного вещества в артиллерийских снарядах и авиационных бомбах. Поначалу работы над биооружием сосредоточены в основном в Москве. Но в 1934-м случается ЧП. Служительница секретной лаборатории Ломова по неосторожности
заражается сибирской язвой и умирает. В Кремле вспыхивает паника. Становится понятно, сколь опасно иметь под носом лаборатории, производящие смерть. Военных бактериологов тут же перемещают на периферию. Частично в подмосковную Власиху, где создают биохимический институт, частично в Суздаль, в бывший Покровский монастырь. Гордость военных микробиологов. Один кубический сантиметр жидких токсинов ботулизма убивает 10 миллионов морских свинок. Опыты с сибирской язвой проводятся каждый раз новые. Споры смешиваются с ипритом и карболовой кислотой. Эти ингредиенты отлично разъедают кожу, способствуя проникновению заразы в организм противника. В Суздальском монастыре организуют шарашку, куда свозят арестованных микробиологов. Шарашки усиленно трудятся над созданием боевого штамма тулеремии. Это крайне опасная лихорадка, которая передается человеку через грызунов, в основном через крыс и мышей. Есть версия, что биооружие, созданное в Суздальской шарашке, было не только испытано, но и применено. Летом 1942-го, когда немцы ожесточенно рвались к Волге, а у советской армии катастрофически не хватало сил противостоять противнику, в бой якобы были брошены боевые крысы, зараженные тулеремией. Выпустили этих крыс, немцы сразу заразились, большое количество немцев заразилось. Крысы оказались непатриотичными, они бегали и перебежали, естественно, туда, откуда пришли. Вот. И заболели уже наши. А 19 ноября у нас началось контрнаступление под Сталинградом, по-моему, 19 ноября. Вот. Оно приближается, а там заболеваемость резко повысилась. Вот тогда наш главный государственный санитарный врач и руководитель всей биологической войны товарищ Смирнов сильно разволновался. Что говорит о правдоподобности этой версии? Ну, во-первых, обилие воспоминаний о тулеремийном кошмаре и с немецкой, и с советской стороны. А во-вторых, статистика. Тогда в СССР в год тулеремией заболевали примерно 10 тысяч человек, а в 1942-м эта цифра резко возросла в 10 раз. 100 тысяч заболевших. В войну работы по созданию биооружия перебрасывают вглубь страны, в Киров. А сразу после победы в СССР начинает создаваться мощная биоимперия. Ее задача – выиграть будущую войну. И это будет война микробов, бактерий, штаммов. В 49-м в добавление к центру в Кирове создается Свердловск-19. В 54-м – центр в Загорске. Загорск-6 и Свердловск-19 – в буквальном смысле глубоко засекреченные объекты. Военные лаборатории городков загнаны под землю. Западные спецслужбы, несмотря на максимальное старание, бессильны перед загадкой. Какое биооружие сегодня создается в СССР? Наши секреты блюли очень крепко. Ничего они не знали. Если бы директор Санкт-Петербургского института не сбежал на Запад, ничего бы они и не узнали. Вот когда он сбежал, действительно, Горбачеву пришлось чесаться. Не случайно в 1960-м над Свердловском сбивают самолет с американским пилотом-разведчиком. Пауэрс летит по точно заданному маршруту, ведя аэросъемку и имея на борту сверхмощную фотоаппаратуру. Но даже самые крупные снимки Свердловска-19 не дали бы Западу ничего. Пауэрс там летел, ничего бы он не увидел, никакой Пауэрс. И никакие спутники ничего бы не увидели. Это все подземное хозяйство. Это действительно была высочайшая форма секретности, настолько, что вот армия даже КГБ не подпускала к этому городку с его там тайнами и все такое. И все-таки, что случилось в Свердловске в апреле 79-го? Канаджан Алибеков, некогда второй человек в системе, отвечавший за создание в СССР биологического оружия, перебравшись в США, позже объяснил причину трагедии так. Якобы в ночь на субботу, на 31 марта, в секретном городке, где работали над созданием биооружия, засорился фильтр. И произошло это в пересменку. Старая смена этот фильтр сняла и сделала запись в журнале сменщикам, чтобы те поставили новый. Но ответственный за следующую смену в этот журнал заглянул только в конце рабочего дня. И все это время частички биооружия беспрепятственно
утекали наружу. В ту ночь дул северный ветер, и смертоносную заразу отнесло на юг. Образовался похожий на язык смертельно опасный след длиною в несколько километров. В этот след угодили частные и многоэтажные дома, школы, детские сады, сам Свердловск-19, соседний с ним военный городок, несколько предприятий, садовые и дачные участки. В начале загадочной эпидемии в свидетельствах о смерти врачи указывают разнообразные диагнозы. Сердечная и легочная недостаточность, отравление токсином, ОРЗ, пневмония. Кстати, в дни эпидемии гибнут не только люди. Мор косит и различную живность. Собак много подохло. Животных, тоже, кошки, куры тоже подыхали. Я только у себя 12 гусей захоронил. Только через неделю после начала эпидемии патологу-анатому разрешают произвести первое вскрытие умершего от загадочной болезни. До того вскрывать погибших запрещалось категорически. Приказ шел с самого верха. Диагноз патологу-анатома звучит страшным приговором – сибирская язва. Персидский огонь – так болезнь называли в древности. Ее латинское название – антракс, что означает уголь. Болезненные язвы на теле покрывают черные, точно смоль, струпья. Свое современное название болезнь приобрела в конце 18 века, после того, как ее подробно описал русский врач Андреевский. Болеют животные, причем болеют тяжело, в септической форме, ну то есть что-то типа заражения крови, с высоким числом смертельных исходов. А человек заражается либо при уходе за больным животным, либо при контакте с, уже с продуктами животноводства, то есть со шкурой, снятой с этого больного животного, или с шерстью, вот, которая получена от этого животного, или с мясом там. То есть и у человека заболевание-то течет, ну скажем, относительно благоприятно, и не в виде вот такой генерализованной формы, как у животных, а вот видим именно в виде язв. Вот отсюда название «сибирская язва». В 2001-м сибирская язва едва не поставила на колени огромную Америку. Через месяц после самолетного тарана башен-близнецов на Манхэттене в офисы американских организаций начали приходить письма с белым порошком внутри. В одно из таких писем вложено короткое послание. Вот оно. «Ты не можешь остановить нас. Сейчас ты умрешь. Тебе страшно? Умри, Америка! Умри, Израиль! Аллах велик!» Второе предложение послания указывает на причину смерти. У нас есть антракс. США охватывает невиданная паника. Люди боятся вскрывать любые письма. Некоторые даже специально скотчем заклеивают щели своих почтовых ящиков. Закрывается отдел доставки писем даже в Капитолии. Везде мерещился этот белый порошок, понимаете, вот. И огромное количество народа стали по рекомендации американских медиков профилактически принимать антибиотики, что, в общем, тоже не есть быть очень хорошо для организма. По статистике, от сибирской язвы умирает примерно каждый пятый заразившийся. Сохранилась эта пропорция и в Америке. От белого порошка тогда заболело более 20 человек, 5 скончались. А общество отлично запомнило страшное слово – антракс. Но тогда почему в апреле 79-го антракс унес жизни несравнимо большего числа людей, а умер почти каждый заболевший? Дело в том, что сибирская язва в Свердловске была совсем иной. Кроме кожной формы болезни, есть еще форма легочная. Но о ней в 79-м году уже забыли. Когда-то ею страдали представители одной уже умершей профессии. Известно тоже с незапамятных времен под названием болезнь тряпичников. Когда вот старьевщики собирали старые шерстяные вещи, в которых могли находиться споры, вот если это шерсть от больного животного, начинали у себя где-то в подвалах это старье перебирать, создавали аэрозоль, и вот при вдохе тогда развивается вот эта легочная форма сибирской язвы. Крайне тяжелое течение с почти 100% летальным исходом. Никто из умерших в 79-м старьевщиком, конечно, не был. Эпидемия, поразившая город, пришла из лаборатории секретного городка Свердловск-19. Больше всего тогда погибло работников керамического завода. По всей видимости, на территорию этого предприятия пришлась наиболее значительная часть губительного облака. Керамический даже пришлось на несколько дней остановить, чтобы провести дезинфекцию в цехах завода. До этого работники предприятия хоронили своих товарищей буквально одного за другим. Пришел он, значит, на работу.
где-то через час, говорит, что-то, говорит, не так хреново, ребята. Я говорю, так отпросись, что ты, отпустят. Он пошел, просился. Вечером тут заходим, он уже все, умер. Вначале погибших хоронили на разных кладбищах. Через несколько дней сверху спустили распоряжение. Теперь медиков заставляли вписывать в диагноз таинственный термин «сепсис 002». Кроме этого, на Восточном кладбище для жертв эпидемии выделили отдельный сектор. Погибших хоронили в закрытых гробах, на церемонию прощания отводили не более 5 минут. Приехали ее медики сюда, и тут по поселку сразу их собирали всех, в закрытых гробах, и моментально хоронить, держать не давали. Ее на окраине кладбища, в центр не пускали никого этих. На окраине белорус копал к могилке и складывали. Сразу могила готова, опускаешь, 5 минут и выгоняли. Все, хватит. Да и сами убегали люди, что опасно же это. Для того, чтобы понять, от чего в апрельскую эпидемию погибали в основном мужчины, достаточно взглянуть, кто составляет основу армии мира. То есть получается, что убивали не просто споры сибирской язвы, а споры, различавшие пол и возраст. А так сориентировать невидимое оружие могли только ученые. Вот кладбищенский участок, где захоронено большинство жертв той трагедии. Женщин мало, почти все мужчины. Возраст от 20 с небольшим до 50 с маленьким хвостиком. Бывало, что близкие отказывались сопровождать погибших на кладбище, но вряд ли их следует в этом винить. Вместе со свидетельствами о смерти родственникам выдают на руки печатные инструкции. Вот несколько фраз из той памятки. «Труп умершего от сибирской язвы». Обертывают в простыню, смоченную 20-процентным хлорно-известковым молоком. Затем укладывают металлический гроб на слой извести толщиной в 10 сантиметров. Если люди умирали, их хоронили, не открывая гроба, значит, в определенном районе кладбища, отведен для этого был определенный район кладбища, и очень глубоко, глубже, чем все остальные могилы. Борис Ельцин. В 79-м он возглавляет Свердловский обком КПСС. Говорят, тогда он испытал одно из самых больших унижений в своей жизни. В первые дни эпидемии в город прибывает комиссия Министерства обороны во главе с главным государственным санитарным врачом страны генералом Петром Бургасовым. Генерал считается специалистом по сибирской язве. Именно этому заболеванию посвящены его научные труды. Мало того, Бургасов ранее работал в городке Свердловск-19 и, несомненно, в курсе новейших биоразработок. Было это преступлением или нет, но с самого начала эпидемии в городе находились люди, которые знали точный диагноз. Это были военные. Но пока гражданские медики боролись за жизнь пациентов, они молчали. Вот с неизвестной болезнью что делают эти врачи? А в это время главный государственный санитарный врач Советского Союза, товарищ Бургасов, сидит в нескольких километрах от этого места в кабинете первого секретаря обкома и делает вид, что ничего не происходит. Вот где беда-то была. Если бы он, этот главный санитарный врач, пришел в больницу и сказал, ребята, сибирская язва, лечение такое, 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 был бы разговор. Могли бы кого-то, может быть, ну, вряд ли, но вот. А так рядовые врачи отдельно, а главный государственный санитарный врач отдельно. Бургасов во время приезда в Свердловск устраивает в кабинете Ельцина свою штаб-квартиру. Говорят, докладывая ситуацию в городе, по вертушке, в Кремль, он выставляет Бориса Николаевича из кабинета в коридор. Военные в один голос уверяют секретаря обкома КПСС в том, что причина эпидемии в зараженном мясе. На языке спецслужб это означает операцию прикрытия. Вот эти 10 дней армия сделала все, чтобы не произнести слово «сибирская язва». А как только слово «сибирская язва» было произнесено, только, вот тогда начался отвод глаз. Через 10 дней после начала эпидемии в газетах Свердловска появляется информация об отдельных случаях заболевания сибирской язвой.
Однако нигде не упоминается о том, что заразиться через мясо возможно лишь кожной формой антракса и никогда легочной. Для большей наглядности официальной версии ГАИ наглухо перекрывает дорогу из Свердловска на Челябинск. Якобы зараженное мясо поступило с этого направления. Хотя к этому времени военные уже в точности знают границы распространения заразы и внимательно следят за ходом эпидемии. Челябинское направление, все было перекрыто, дорога на Челябинск, все было перекрыто. Значит, что якобы там сибирская язва животных. Ну, я уж не знаю, я не была свидетелем того, убивали животных или нет, но то направление было закрыто. Кроме того, в городе начинают усиленно дымить трубы крематория. Говорят, там сжигают туши зараженных животных. Это еще один маневр военных. Попытка пустить общественное мнение по ложному пути. Всегда переводят стрелки, дело обычное. Ну, кто колорадских жуков забросил? Конечно, американские шпионы. О чем речь? Я помню, какой-то выброс был в Нижнем Тагиле, когда потравилось достаточно много людей, повели детей в больницы. Вот, и врачам было приказано говорить, что, дескать, дети цитрусовых объелись, вот они все там позеленели или покраснели. Вот, и весь город смеялся, потому что там последний завоз мандаринов был в прошлый Новый год, я имею в виду советское время. Об истинной причине Свердловской эпидемии в СССР не было сказано ни одного официального слова. Молчали и в самом Свердловске. В городе трагедию восприняли с мрачной безысходностью. Урал же был зоной закрытой для посещения. Заводы были военные, а менталитет был мобилизационный. Вот, и люди жили в таком достаточно милитаризованном и агрессивном сообществе. На Урале я имею в виду. Вот, то есть всегда было ощущение такой войны, которая где-то длится, в которой ты как бы немножечко участвуешь. И когда происходили такие катастрофы, как в Свердловске в 79 году, на уровне массового бытового сознания они воспринимались как военные потери. А в военных потерях всегда ведь виноваты не свои генералы, а враги. Поэтому не было взрывов негодования, не было каких-то митингов протеста. Да, горько, да, обидно, да, больно, страшно. Но на войне такие вещи случаются. Всего работу над биооружием с разной интенсивностью вело полтора десятка стран. Особенно подтолкнула к этому Вторая мировая. Боялись, что к биооружию, как к последнему аргументу, прибегнет Гитлер. Но немецкий диктатор брезгливо отнесся к самой возможности воевать бациллами и бактериями. А поэтому все разработки свернул. Правда, союзная Гитлеру Япония своего продвижения в этом направлении не остановила. На территории оккупированного Китая в тайных лабораториях специальный отряд 731 создал настоящую индустрию смерти. Биооружие разрабатывалось и испытывалось на живых людях под руководством генерал-лейтенанта Сиру Исии. Жертвами беспрецедентных по жестокости опытов стали сотни человек. Здесь же делали керамические бомбы, начиняя их смертоносными бактериями и зараженными чумой блохами. При падении на землю такая бомба разбивалась, и оружие начинало работать. После окончания войны СССР планировал устроить над верхушкой отряда 731 процесс, подобный Нюрнбергскому. Однако судить удалось лишь несколько человек. Процесс проходил в Хабаровске. Руководитель отряда Сиры Исии следил за его ходом из США, куда его переправили американские военные. Там, на допросах, он поведал немало секретов о производстве биооружия. Отношение в мире к биооружию начинает меняться в начале 60-х, когда обе стороны расколотого пополам мира накопили достаточный арсенал ядерного оружия. Специалисты понимают, настоящее супероружие – это расщепленное ядро, а не штамм вируса. Тем более, что истина – биооружие, есть палка о двух концах, становится очевидной. Шотландский остров Грюнард. Это кадры испытания на его территории биооружия, кстати, той же сибирской язвы. Испытания проходят успешно, подопытные животные умирают. Но после этого остров приходится для посещений полностью закрыть, а каждый сантиметр территории залить формалином, чтобы не пострадали свои же граждане. Во время войны с Вьетнамом США открыто обсуждается возможность применения биологических военных препаратов. Причем некоторые из специалистов уверены, что оружие в ряде случаев все-таки было применено.
то, что в Корее применялось вот эти методики этого 731-го отряда, де-факто это доказано, де-юре нет, понимаете? То есть и во Вьетнаме были случаи чумы, понимаете, вот, тоже явно привнесенные вот, во время американо-вьетнамской войны. Все меняет случай. Февраль 69-го, США. При испытании оружия на полигоне ветер относит смертоносное облако далеко в сторону, и оно накрывает огромное стадо овец. Погибает порядка 6 тысяч голов. Разражается грандиозный скандал. 1969. Первый год президентства Ричарда Никсона. Он обязан продемонстрировать Америке свою волю. Тем более, что против биооружия резко высказываются специалисты. Оно дешево в производстве, утверждают они. А потому останется уделом террористов, но не государств с полноценной экономикой. Биооружие никогда не станет фактором, сдерживающим развязывание войны. Все это заставляет Никсона выступить с заявлением о свертывании Америкой военных биоразработок. В 1975-м почти полсотни стран подписывает международную конвенцию, запрещающую биооружие. Но подписать не значит исполнять. Подписание конвенции является одним из конкретных результатов активной деятельности советского государства, проводящего ленинскую политику мира и выступающего за запрещение всех видов оружия массового уничтожения. Признаться накануне Олимпиады в том, что в советских военных лабораториях полным ходом идет работа над запрещенным биооружием, кажется Кремлю безумием. И единственный выход – это похоронить Свердловскую трагедию, окружив ее безмолвием. В некоторые семьи, где имелись умершие от сибирской язвы, приходили люди в штатском. Они изымали документы о смерти. Эти же люди приходили к врачам и требовали выдать им записи, сделанные во время эпидемии. Люди в штатском. А между тем, неожиданно нагрянувшая в Свердловск эпидемия продолжала испытывать город. После первой апрельской волны эпидемии сибирской язвы в мае приходит вторая волна. Чем это вызвано? Возможно, вакцинацией, которая была проведена по указанию сверху. В каждой больнице, поликлинике создаются специальные прививочные пункты. Врачи выезжают на производство. А на самом пострадавшем керамическом заводе медики встречают работников прямо на проходной. Вся больница приехала на этот завод нам уколы ставить. Только через проходную всех и сразу на укол. Говорят, та вакцина оказалась не слишком качественной, что и вызвало вторую губительную волну. Но есть и другое мнение. Повторный всплеск страшной болезни спровоцировала очистка зараженного района. Смертность была в два этапа. Первый этап – это вот первая волна, то есть само вот это облако боевой бактерии. А второй этап – это когда, наконец, они все поняли и было велено очистить улицы, дезинфекцию провести. Они начали очищать улицы, значит, естественно, пыль поднялась, и была вторая волна. Поселок Никаноровка. Он находится в считанных метрах от керамического завода. В 79-м году Никаноровка лишилась многих из своих жителей. Но одно из самых сильных впечатлений того времени, когда на улицах поселка неожиданно появились солдаты, которые начали мыть специальным составом дома, дороги, тротуары. Когда появились люди в химзащите с баллонами на спине, значит, мыли фасады домов, а рядом играли дети в шортах, такое не забывается, наверное. Это просто не знали, что делать. Всю операцию по дезинфекции пострадавшего района ведут военные. Только они имеют доподлинную карту заражения. В одну из ночей жителям поселка Никаноровка запрещают выходить на улицу. До утра в небе гудят самолеты, раздается гул вертолетных пропеллеров, ведется дезактивация района с воздуха. На крыше домов на землю обильно поливаются специальные химические препараты. Правда, тогда никто не догадался предупредить местных жителей. Можно ли после падения на их дома смертоносного облака, а затем после специальной обработки почвы, есть то, что на этой почве растет? Помню, было сообщение, что не выходите на улицу в одной из ночей, что будет обработка с воздуха. К
Какая была эта обработка, никто, конечно, ничего не знает. Люди, которые здесь проживали, также продолжали питаться с огородов. То есть лук, морковь, свекла, яблоки. Не было никаких сообщений, что можно это делать, нельзя, как это надо мыть. Смерть последнего погибшего была зафиксирована 12 июня, более чем через 2 месяца после начала эпидемии. К этому времени весь пострадавший район заасфальтировали. А тут же у нас грязюка была, не было асфальта нисколько. А после этого случая сразу все заасфальтировали, весь поселок. То тут у нас и на машине-то не проехали было. Я на грузовике еле-еле проезжал. И где-то в течение 2-3 дней весь поселок заасфальтировали. Моментально, быстро это сделали. В тот же год дома, дачные и садовые участки в районах, которых коснулся губительный след, сильно упали в цене. Покупатели находились, но это были в основном приезжие, те, кто не знал подробностей трагедии. Люди стали продавать сады, буквально, ну просто отдавать эти сады. Тогда можно было сад купить, я не знаю, за 20 рублей, наверное. Вот, то есть просто бежали от этого люди, те, кто мог. Конечно, у нас здесь дом, другого жилья у нас нет, и нам бежать было некуда, мы здесь жили. Как и все остальные, равно как все остальные соседи. Секретная биоимперия всегда оставалась вне подозрений. Тем более, что по документам в СССР ее не существовало. О ней было известно лишь узкому кругу лиц. Это при том, что на нее работали десятки тысяч людей. Кроме центров Кирове, Свердловске, Загорске. Работы по созданию биооружия велись в Омутнинске, Кургане, Пензе, Степногорске. Имелся огромный испытательный полигон на острове Возрождения в Аральском море. Уже после развала СССР документы о происшествии в Свердловске станут искать. Но найдут лишь несколько жетонов. Это все, что останется от катастрофы. И доказательство пришло анекдотическое. Оказалось, что все документы были уничтожены. Или там были мешки с документами, были уничтожены. Но на этих мешках были бирки. И остались записи. Уничтожены документы, совсекретные документы, связанные с биологическим оружием. Вот и все. До чего же все-таки так и не удалось докопаться? Какой смертельный микроорганизм улетучился из секретной лаборатории Свердловска-19? Возможно, это и не была сибирская язва в чистом ее виде. К концу 70-х на микроуровне научились комбинировать самые опасные заболевания. Чтобы трагедию побыстрее забыли, государство использует проверенный метод. Самая острая проблема в те годы – пустые полки продуктовых магазинов. Население с раздражением говорит о нехватке мяса, масла, колбасы. После смертельной эпидемии магазины в Свердловске начинают снабжать лучше. Плюс к тому получают в ход важные социальные проекты, которые притормаживались. Для жителей Свердловска, крупнейшего промышленного и культурного центра Урала, наступил волнующий момент. Они собрались на митинг по случаю закладки метрополитена – самого быстрого, удобного и надежного вида городского транспорта. В торжественной обстановке были вынуты первые кубометры грунта. Недалек тот день, когда голубые метропоезда побегут по подземной магистрали Свердловска. Позже, уже став президентом России, Борис Ельцин постарается хоть как-то компенсировать потери близким, которые те понесли весной 79-го. Он издает указ о пенсиях для родственников погибших. При этом оказалось, что он не забыл ни пережитого тогда унижения, ни обмана военных. Я как советник имел возможность встречаться с президентом. И вот однажды, в один из таких разговоров, когда я перед Ельциным поставил вот этот самый вопрос, что не можем ничего сделать, вы были тогда, вы знали. Вот есть доказательства, что эти документы были уничтожены вот под этой бирочкой, вот тогда я ему сказал. Я помню его реакцию. Значит, они меня обманывали. Вот он такую фразу такую бросил, такую с болью. Ельцин, кстати говоря, от того тогдашнего периода здорово отличался от Ельцина последующего. Для меня это были 2 разных человека. И я верил, я видел его глаза, когда он такой с болью сказал, значит, они меня обманывали. Позже некоторые исследователи советского прошлого пытались подсчитать реальное количество жертв эпидемии. Цифры получались разные, но все сходились в одном.
Погибших было не 64, как утверждали наверху, а гораздо, гораздо больше. Возможно, губительный шлейф этой трагедии растянулся на десяток лет. Уже в послеперестроечную эпоху появилась демографическая статистика Свердловска. Так вот, все районы города показали рост населения, и лишь один, тот, на который лег губительный след сибирской язвы, дал спад. Свердловская трагедия не была для советского военного биопрома единственной. Она стала наиболее масштабной по людским потерям. Тот же Бургасов как-то в своей какой-то статье описывал случай, когда на озере Возрождения они испытывали какое-то оружие, подул ветер, он надул на населенный пункт, там начали люди умирать, они там прекратили вот эти поезда, которые ехали, запретили им останавливаться, там КГБ начал, вмешался и так далее. Такие случаи были. Случались и другие утечки. К концу эпохи застоя противостоять аппетитам военного биопрома не мог никто. В его орбиту было втянуто огромное количество предприятий, научных институтов. Сотни ученых-микробиологов работали над тем, что изобретали эффективную, быструю смерть. В середине 80-х секретная биоимперия СССР имела на вооружении огромный арсенал самых жутких болезней. Чума, тулеремия, оспа, кулихорадка, сибирская язва, САП. Были специальные препараты, уничтожавшие на корню отдельные сельхозкультуры, микробы, поедавшие военную технику и углеводородное топливо. Закрытая система военного биопрома требовала жертв, и особенно от ученых. Уход в военную тематику для многих из них стал научным тупиком. Нельзя же гордиться всерьез изобретением препарата, который способен изощренно убивать. После крушения Советского Союза часто задавали вопрос: а где же то огромное наследие военного биопрома? Его искали, но так и не нашли. Ни на острове Возрождения, на испытательном полигоне, ни в других местах. Наверное, это наследие могло бы поместиться в нескольких небольших по объему бочках, содержимое которых гарантированно способно уничтожить большую часть населения Земли. Вопрос лишь в том, так ли нам необходимо это наследие и стоит ли им гордиться.